Поломка Таврии стала причиной аварии на дамбе. По словам женщины-водителя ЗАЗа, ее автомобиль заглох, она включила сигнал аварийной остановки и в автомобиль въехал микроавтобус. По словам маршрутчика, дело обстояло иначе. Таврия катилась по дамбе, а из-за дождя он поздно ее заметил и произошло столкновение. В ДТП пострадали две женщины, пассажирка автобуса, у которой диагностировали угрозу прерывания двухнедельной беременности, и водитель легковушки, у нее черепно-мозговая травма. Виновника ДТП установят полицейские.